Встреча прошла в непринужденной обстановке за чашкой чая. Сергей Сергеев поблагодарил общественников за активное участие в жизни станицы. Самое главное, я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы выполнили, проводя выбор, помогая организовать выборный процесс. Мы выбрали нового губернатора, мы выбрали новый депутатский корпус. И в Анапе это прошло все как никогда спокойно, без лишних каких-то нервотрепок и так далее. Еще главнее событие, которое мы провели 9 мая. В Анапском сельском округе, я знаю, что отремонтировали 4 памятника подвигу, который совершил советский народ в Великой Отечественной войне. И сделано очень много по благоустройству. Общественники подготовили немало вопросов, которые волнуют жителей станицы. Строительство храма, дороги, канализация, детские площадки. Председатель квартального комитета Анастасия Кульбякина поблагодарила главу города за проведенную на улице микрорайона Южный канализацию и обозначила главную проблему дня. Я с 2009 года обращаюсь к разным руководителям за детской площадкой. Я считаю, что вот микрорайон Юбилейный там... Есть самое место. Сколько стоит на Стахановской вот площадке, что я говорил, расширить, растащить ее? 280 тысяч? Ну давайте, будем делать. Глава города рассказал, что грядущий год будет сложным. Предложил искать совместными усилиями источники финансирования и строить реальные планы. Эти реалии вот сейчас, то, что обсуждаем, и с вашей помощью вы будете задавать вопросы. Эти вопросы задали вам люди. Мы будем искать выход. Если вы скажете, что ты рыбалка, что ты лукавишь, выход есть, вот он такой, я готов такие вопросы. Но я лукавить не собираюсь. Разговор с общественниками был предельно искренним и плодотворным. Работа идет, помощь идет, помогают вот на самом деле колоссально. И дороги отсыпают, и освещение дополнительное делают, и вообще, мы довольны. Сергей Сергеев пообещал разобраться во всех поступивших вопросах детально и посодействовать. В свою очередь, общественники внесли свои предложения, как улучшить качество жизни в родной станице.